«Земля Алтай 2019». Сила Алтая. В этих прекрасных людях. Они приехали из каждого района, и они все разные, кухня вся разная. В этой сплоченности сила Алтая. Заставить людей вспомнить, как это было, как готовили наши предки, потому что это наша родина, наша культура, наша история. Про папоротник мы очень много слышали, но никогда в жизни мы его не пробовали. Здесь, в фудтраках, есть уникальное блюдо, друзья. Карбалджин. Все в предвкушении, сейчас мы будем пробовать и наслаждаться жизнью. Алтай рулит. Рассказывайте сами о себе, рассказывайте о своей кухне, о своих народах. Я коренной алтаец. Я очень радуюсь, что я здесь, и здесь проводится такой замечательный гастрофестиваль. Более 42 тысяч порций блюд народов Горного Алтая попробовали более 30 тысяч гостей. Это абсолютный успех. Звонят люди, фермеры, звонят производители, звонят ремесленники, благодарят. Мы достучались до людей, у нас получилось. Сила в традиции, в духовности, сила в горах.